Всем привет! Иду сегодня посмотреть на речку. Сказали, что у нас река уже начала прибывать. Хотя у нас стоят все дни. Ну, нету солнышка, все дни пасмурная погода стоит. И дождик идет. Вот уже, наверное, ну, дня два точно. О, небо, кстати, сейчас покажу какое. Вон, видите, хмурое, все такое темное. В общем, солнышка нету. И снега еще много, кстати. Вон, сколько снега видно, да? Ну, а река, говорят, уже потихонечку начала прибывать. Сейчас сходим, посмотрим, что там у нас творится на речке. Прошла я, вот пробралась на берег, на сам. Стою вот здесь на обрыве, на краешке, да, вот видно, если стоите, видите. Внизу у нас вот такой спуск крутой. Ну, а там наша река Вига. Вся уже практически скрылась ото льда. За кромочки немножко остались. Не было несколько дней. Сегодня погода вот дождик идет, моросит, такая муторная, но тем не менее. Вот она скрылась, и уже берега вон видно, да? Лодки оттаивают. Там еще лодки вижу. Ветер, дождь. Погода дрянь сегодня, конечно. Пока погода наладилась, муж приехал на несколько дней, меняем мы поликарбонат у теплицы, я вам рассказывала. Вот первый лист уже сняли, утащил он. Снега-то еще много, но все равно вот здесь вот проходим. Каркас оставляем, а вот сам поликарбонат будем менять. В общем, вот, пусть тащит, а я вам пока покажу. Что нам не нравится. Теплица у нас была куплена много лет назад, больше 10 лет назад. И вот, ребят, когда нам ее привезли, она была в собранном виде. И вот эти места прилегания, где дуги идут, да, поликарбонат к дугам, не было, в общем, вот эти, вот даже видно, вот эти дырки. Не было плотного прилегания, потому что они были закреплены на маленькие саморезики, на тоненькие. В общем, такие, даже всего, наверное, штук по 6. В общем, что очень плохо. И вот в дальнейшем вот эти стыки, где не было, да, их ломало. В общем, поликарбонат не ломало, а в общем, дырявило. И мы сейчас будем делать новый поликарбонат, делать будем по другой технологии. И, в общем, на шайбы будет муж крепить, и мы вам потом покажем. Ой, сняли поликарбонат, клубничка моя сидит пока, на улице тепло, ничего с ней не будет. Сейчас буду вот этот мох счищать, пока есть возможность, пока не закрыли поликарбонатом. С той стороны и вот с той стороны, где Аська бегает, вон, тоже все буду уберу, пока муж там вырезает новый. Буду сейчас убирать мох. На лыжах собрались ехать. Речки. У нас весна вроде бы в полном разгаре. К речке-то не пройти. И что? Вы на лыжах собрались к речке? Ну-ну. В общем, закончил у меня с теплицей. Вот хотела вам показать, обещала, да? Вот эти места, дуги, когда привезли. Здесь были по всей вот дуге, были саморезы. Всего, наверное, штук 6. И когда ветер был, колыхание, не было плотного прилегания. И, в общем, места вот эти, где саморезы были, они очень сильно разрушались. Поэтому дополнительно шайбами мы укрепляли. И все равно не было такой плотности. И вот сейчас уже научены, сразу делаем на шайбы. То есть поменяли поликарбонат и сразу весь сделали и внизу, и вот посерединочке везде укрепили, чтобы не было колыхания. В общем, теплица у нас все поменено. В общем, все поменяли.
Дверь закрыла пока, чтобы немножко здесь нагрелась, потому что все-таки пасмурно было. Но сейчас солнышко у нас выглянуло, и очень здесь тепло. И теперь, ребят, вот этот вот поликарбонат новый, да, он смотрится беленький, чистенький. А вот эти вот торцы и двери такие, вроде кажутся, так как поликарбонат-то старый, кажутся такие грязные, желтые, непонятные. Нужно помыть хотя бы. Ну и сейчас здесь нагреется. Земля прогреется, я здесь снега добавляла, и здесь такая влажноватая она. Сейчас она нагреется, тепло будет, и буквально через пару дней я буду здесь сажать зеленушку. В общем, все, поликарбонат поменяли. Ну, раз пробралась уже сюда в огород, вот уже оттаивает клубника у меня здесь сидит, давал мне ее, то есть местный человек, и мне она, кстати, сидит, она у меня третий год, очень мне она не нравится, я в этом году посмотрю, что из нее будет, и, наверное, с ней расстанусь. Здесь, вон, где мы лазали, вот рядом с теплицей, да, грядка у нас, вон, у меня петрушка начинает вырастать, вон она уже из-под снега, поутопали ее бедную, ну, ничего, оживет. Петрушечка здесь у меня сидит, и я сажаю здесь, вот у меня в начале щавель тоже сидит, еще пока не видно. В общем, грядки у нас еще все под снегом. Вон. А муж собрался на речку, собаки с ума сходят, речку проверить. С этой стороны, значит, у меня розы сидят вон под лапником, они только начинают вытаивать. Что там с ума сходят, на речку хотят, что ли, тоже? Розочки начинают вытаивать, а вот здесь вот у нас вдоль забора, место-то сами видите, вот здесь узко. Ну что здесь посадить, кусты не стали сажать, здесь у нас яблони колоновидные сидят, небольшие. Вот это вот, наверное, у нас второй год, и она, кстати, осенью почему-то не скинула листья. Видите, она вся с листиками осталась, зима ушла. Но она живая, я посмотрела, почки нормальные. Еще одна молоденькая, посадили мы ее осенью, не знаю, пережила, не пережила. Почки вроде бы как... Ничего такие, не знаю, посмотрим, еще рано. Она оттаивает, я вот у нее ее зарываю корни, чтобы у нас, потому что заморозки же еще по утрам, чтобы не вымерзла. А вон та яблонька у меня в том году первый раз плодоносила, тоже колоновидная. Ей, наверное, у нас сколько? Года 4, и она у меня дала в том году 7 яблок первый раз. Поэтому вот здесь у нас яблоньки сидят. 3 яблоньки. И под снегом здесь еще у меня мелиска сидит. Очень люблю ее. У колодца у нас вот тоже здесь у меня большая грядка. И здесь у меня вот уже с краев начинает оттаивать. В прошлом году, осенью вернее, вот посадила земляничку, она начинает оттаивать. Не знаю, так как утром у нас еще заморозки, я ее постоянно зарываю, снег-то рядом, вот еще вон сколько его. Она все равно оттаивает быстро. Но мне придется ее убирать, вон она и там уже появляется. Здесь у меня получается два ряда вот так вот сидят. Земляника, а дальше сидит клубника. Грядка эта широкая, потом покажу. Ну, там тоже розы вон оттаивать начинают. В общем, снега у нас вот какие грядки. Дождик закончился, погодка вроде. Солнышко вот начинает. Но все равно такое небо. То солнышко, то потом опять тучи, не пойми чего, короче. Ну, а птички вон все равно на кормушку прилетают. Тепло, еще до сих пор кормим их. И будем, и летом даже буду. Собаки... Гулять просится хозяин, ты приехал, но не отпускаю, потому что люди ходят, куда сейчас. В общем, вот тепличка наша, все, готово. Я очень переживала, что не успеем сделать. Ну, муж приезжает всего на несколько дней. Ну, ничего, в общем, все сделали. Все успели.
Съездили мы еще в райцентр, приближается время посадок, у меня еще семян даже не было. И вот в первую очередь мне нужна была, конечно, капуста. Капусту купила, в общем, все семена подробно показывать не буду. Семена цветов купила, астры и георгины. Сегодня буду сеять астры, потому что время уже нужно, подходит. Не буду подробно останавливаться на сортах, все они низкорослые. Здесь у меня 5 сортов, тоже буду их сегодня вот посажу все вместе. И очень люблю вот такие вот георгины, кактусовидные. Очень их люблю, вот такие они интересные, низкорослые, тоже невысокие, и однолетки, это георгины, буду сажать сегодня, потому что уже рассада, ну, надо, у людей уже он рассада, я еще даже не сажала, но так как у нас холодно, все успеет вырасти. Бархатцы очень любим, всякие тоже тут, смеси всякие есть, в общем, у нас Турция. Взяла календулу, не стала покупать, потому что свои семена в том году оставляла, в общем, семенами запаслась, все замечательно. Ребята, первая бабочка в этом году. Причем она у нас дома. Рассада. Помидор у меня стоит на окне. За окном снега полно. И вот бабочка. Красотка какая. Че, вот куда ее? На улицу жалко. Замерзнет, наверное. Что с ней делать-то будем? Отпускай. Выживи, так выживет. Она уснет, наверное. Лети! А тут холодно. Малышка. Оп, летело все. Вот что за звук интересный, да? Реагируют все, как интересно. Грета у нас лежит в будке, и вот муж делает звук. Что за звук? Какой зверек или кто? Что это вообще за звук, не говорит? Но вот собаки сразу настораживаются. Серый вышел, Грета вообще там в будке что-то, какие-то звуки издает непонятные. Не удержалась, пришла посмотреть на речку. Это вот место напротив нашего дома получается. Здесь еще снега много, но пробрались. И вот здесь, ребят, мы покажем летом. Здесь мостик есть, мы купаться ходим. Он уже скрылся, то есть правильно сказали, что река прибывает. Я-то хожу периодически, через несколько дней проверяю. Из другого места река скрылась, и вроде кажется, она в одной паре. Но вот сегодня сходили мои, проверили. И я посмотрела, сейчас пришла река, начала прибывать. У нас еще дожди несколько дней шли, пасмурная погода, солнышка как такового вот нет еще. Река прибывает, и вода грязная, мутная плывет, идет. Льдинки еще вон плывут, утки прилетели, уток видели многие, но я вот пока не видела. Хочется посмотреть первых уточек, конечно. Есть они у нас точно. Вот так вот. Вот если по прямой, сколько метров, наверное, 100, может чуть-чуть побольше, не знаю. Это наш дом будет. И вот река начала прибывать, и у нас вот сосна стоит, когда наводнение, доходит вода вот до той сосны. Покажем вам тоже потом. Я буду периодически приходить и показывать, как река разливается раз с нескольких ракурсов. И отсюда тоже вообще, какая она у нас, такая вроде небольшая речушка, и какая она становится в наводнение. Так что вот.
Ася? Ася? Сёна? Какая река большая стала, да, Сён? Особенно такая маленькая собака на фоне такой большой реки. А тот берег, как оттаял за несколько дней, это вообще, посмотри. Я вообще с этого места, ну, от нашего дома не приходила еще. Здесь снега много, не пробраться, но вот сегодня решила идти. Да, весна медленно, но идет.